Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. Дело меня такое к вам, понимаете, неприятное привело. Да, я вас слушаю. Беда с ребятишками, сами знаете. Лучше в их дела не суваться. Сами разберутся, кто прав, кто виноват. Одному подзатыльник, другому подзатыльник. Такой у меня, понимаете, суд. Такая, значит, вроде система. Но уж когда до воровства доходит, тут знаете... Я вас не понимаю, о каком воровстве вы говорите? Ну, воровство не воровство, а обман. А насчет обмана у меня строго. Вашего сыночка ножик? Не знаю. У него есть, во всяком случае, был перочинный ножик. Но этот или другой, я затрудняюсь сказать. Его ножик. Мой обормот признался, Миша Поляков, говорит, дал. Он от него ножик получил, а от меня ремня по известному месту. За что же? Может быть, Миша и дал ему этот ножик? Дать-то он дал. Но вот вопрос, за что? Он за этот ножик все мое обмундирование отдал. Я ведь раньше на флоте служил. Ну, сами понимаете, остались вещички кое-какие. Бескозырка, тельняшка, брюки, клеш. Я не видела у Миши ни тельняшки, ни бескозырки, ни брюки, клеш. Прячет. Прячет до поры до времени. Хотел я в милицию обратиться, но зачем, думаю? Ведь это придут, протокол, ведь это, знаете, пятно на всю жизнь. А тут по-соседски между собой можем как-нибудь разобраться. Чего же вы хотите? Да ничего особенного, вот. Заберите ваш нож, а мне вещички верните, которые мой обормот вашему передал. Хорошо, я спрошу у Миши. Он придет из школы, и я узнаю. Если он что-нибудь взял у вашего сына, он обязательно вернет. Да что вы, что вы! Он же отопрется и глазом не моргнет. Сейчас самим поискать надо. Нет. Без Миши я этого делать не стану. Вот как? Ну что ж, тогда придется милицию позвать. А уж милиция церемониться не станет. Сразу обыск, скандал на весь дом. Сообщат в школу. Можете обращаться куда угодно. Мой сын не вор. Вы сами сказали, что они обменялись. А обмен не воровство. Кстати, ножичек заберите. Я не уверена, что это Мишин ножик. Ну, знаете, я трудящий человек. Не интеллигент какой-нибудь. Мне мое добро дорого. Могу получить, когда захочу. Полное имею право. Может, прикажете самому поискать? Могу. Уходите отсюда, сейчас же. Или зовите милицию. Иначе я позову. Так, значит. Зря.